Всех приветствую, продолжаю познакомиться с работами художников и их биографии. Жан-Франсуа Портаэль или Ян Портаэль. Бельгийский живописец жанровых сцен, библейских сюжетов, пейзажей, портретов и ориенталистской тематики. Также был преподавателем и директором Академии изящных искусств Гента и Королевской академии изящных искусств Брюссель. Считается основателем бельгийской школы востоковедения. В свое время его восхваляли как главного художника повседневной элегантности и женской грации. Своим искусством, преподаванием и руководством Королевской академии в Брюсселе он оказал важное влияние на следующее поколение бельгийских художников, включая своего ученика Тео ван Ресельбер. Родился в Вильворде 3 апреля 1818 года в Бельгии, в семье богатого пивовара, который также был мэром Вильворда. Поскольку в детстве он большую часть времени рисовал пейзажи родного города, отец отправил его учиться в Королевскую академию изящных искусств в Брюсселе в 1836 году. Учился в академии под руководством Навеза вместе с другими блестящими студентами, такими как Шарль Гру и Жозеф Стар. Примерно в 1841 году Портаэль отправился в Париж, чтобы продолжить учебу. Поступил в школу изящных искусств. В свободное время он изучает старых мастеров Лувра и посещает парижские салоны в поисках вдохновения от новых художественных тенденций во Франции. Ориентализм в то время входил в моду. Я цитирую Википедию. В Париже он также стал учеником Поля Делароша, выдающегося французского художника исторических сцен. По возвращении в Бельгию выиграл в 1842 году Гран-при Рима, то есть первую премию на бельгийском Гран-при Рима. Финансовое вознаграждение, связанное с премией, позволило ему отправиться в Италию, где он останавливался в Венеции, Флоренции и Риме. Продолжает путешествовать по Востоку, посетил Марокко, Алжир, Египет, Ливан, Испанию, Венгрию, Норвегию. В Венгрии он провел довольно много времени, изучая черты мадьяр и цыган. Во время своих путешествий он смог написать портреты некоторых выдающихся личностей, таких как вице-король Египта. По возвращении в Бельгию в 1847 году Портаэль был назначен директором Академии в Генте. Был принят в качестве члена Королевской Академии наук, литературы и изящных искусств Бельгии в 1855. После смерти жены в том же году, 1855, он переехал своему тестю Навезу. С 1858 года возглавил частную студию Навеза, в которой он сам учился. Эта студия сыграла важную роль в подготовке следующего поколения бельгийских художников. В 1863 году восстановил связь с Брюссельской академией, согласившись преподавать в ней курс рисования. После того, как он оставил этот пост, в 1865-м посвятил еще больше времени обучению молодых художников в своей студии. Был востребован как художник-портретист, а также получал множество заказов от бельгийских, государственных и религиозных учреждений. В 1850 году ему было поручено выполнить отделку внешнего фронтона церкви Сен-Жак-сюр-Куденберг королевского прихода. Стал частым посетителем королевского дворца со времен первого короля Бельгии Леопольда I. В 1862 стал наставником принца Филиппа, графа Ландерского. Выступал в качестве художественного консультанта и помогал ему с отбором произведений искусств для украшения его дворца в Брюсселе. После восшествия на бельгийский престол Леопольда II в 1865 году он также служил художественным советником короля и часто допускался за обеденный стол короля. Преподавал изобразительное искусство королеве. Его работы были широко представлены в королевских коллекциях. В то же время он изображал многих представителей буржуазии и бельгийской аристократии. В 1870-м снова начал путешествовать, проводя большую часть времени в Алжире. В 1881 году был произведен в командоры ордена Леопольда. Умер 8 февраля 1895 года в Шербете, город, который граничит с городом Брюссель. Был плодовитым художником, работавшим во многих жанрах. Исторической живописи, портретной живописи, ориенталистского искусства, жанрового искусства и пейзажной живописи. Хотя его основное внимание уделялось искусству востоковедения и портретной живописи, он был востребован как художник библейских сцен, и его работу до сих пор можно найти во многих церквях Бельгии. Портаэль считается главным художником, который определил моду на ориентализм Бельгии. Вот так вкратце из Википедии о бельгийском живописце Жан-Франсуа Портаэль или Ян Портаэль. Пока-пока, до свидания.